Тем не менее, я хочу вам сказать, что Йом-Кипур – это не религиозный праздник. Вот лично для меня Йом-Кипур – это… Сейчас я вам точно сформулирую, скажу. Это подъем вашей души на более высокий уровень, на котором вы можете быть прощены и попросить прощения. Вот это самый важный момент. И очистившись от именно вот этой вот энергии, которая не дает попросить прощения, не дает простить людей, вы получаете посвящение на следующий год, на ваши хорошие дела, на ваши успешные дела. Вас записывают в книгу жизни, вас записывают в специальную книгу судеб. Вот, в общем-то, и все. Что вам нужно для этого делать? Вам нужно просто 8 октября поставить свечку и сделать медитацию. Вы можете ее сделать сами, вы можете еще раз обратиться ко мне, и я вас направлю туда, где вы можете ее сделать на очень высоком уровне. Расставшись со своими какими-то энергиями, которые вам мешают жить. Освободившись от вашего прошлого. Кто не особо в это верит, я рекомендую просто вам поставить свечку и на минутку посмотреть на свечку и спалить в этой свечке все то негодование, которое вы имеете с каким-то человеком. Всю ту энергию, которая не дает вам что-то в жизни простить, кого-то в жизни простить, и та энергия, которая не дает простить вас. Вот, в общем-то, и все. И это сделать вы можете с 8 октября по 9 октября, после того, как солнце зайдет 8 октября и до 9 октября, как, ну, тоже солнце зайдет. Вот то, что я хочу вам передать моим друзьям, которые лайкают, которые пишут комментарии, которые, я вижу, хотят получить информацию, которым нужна эта информация, и которые пойдут это делать. Я желаю вам хорошей всем подписи 8 октября, и чтобы у вас все получилось. Всем пока! С вами была Ольга Пёви. Light love.